Всем здорово, ребят, с вами всегда не всегда мы продолжаем игру на нем играть в игру на Инсап на сервере Destiny Roleplay. И да, ребят, вы, короче, видите мой новый мою новую сборочку с хадом новым. Ну, короче, я играл, короче, еще с пейджером 48, позвони мне. В смысле? Не понял. Короче, хз, что это такое? Вот. Просто, может быть, какие-нибудь подписчики зайдут на сервис, может быть, даже меня поищут. Ну, типа, как Энрико Ломбарди, ну, Фейзера, наверное, многие знают. Вот так же его искали на Advanced по шоколаде, типа, позвони мне, все дела. Вот, ладно, сейчас вообще суть не в этом. Я играл сборкой Павлова. Да, ребят, вы сейчас скажете, фу, скатился, делал сборку не с нуля, а делал сборку с ЕНБИшником Павлова, с текстурками машин Павлова. Изменил здесь только хат, на самом деле нет, я изменил здесь много чего, я изменил скины гетто, многие скины гетто, это было, между прочим, тяжело искать хайповые такие скины. Скоро я, кстати, сделаю вторую версию этой сборки, я буду изменять машину Инфернус, изменю какую-нибудь еще машину, изменю хат, конечно же, худ или хат, я не знаю, как правильно, короче, радар в худе должен быть всегда, ну, короче, радар может быть изменен, но радар, да. Хотя не знаю, чем радар тут не нравится кому-то, но... Да, ребят, вы видите то, что в этой сборке кривой текст, но я с этим ничего поделать не могу. Кстати, какого хрена у меня ЕНБИшник получился? Ладно, без ЕНБИшника даже лучше. Вот, и... изменил я здесь текстурки оружия, я много чего здесь изменил. Ладно, сейчас не суть важная. Сейчас вообще речь не об этом. Ладно, поехали на... все-таки на... анимацию прыжка я не менял, ну, все равно, ладно. Короче, не суть важная. Возможно, я когда... уже буду создавать вторую версию сборки. Я буду, конечно же, делать снова со сборкой Павлова. Но я еще вам кое-что хочу сказать. Короче, когда буду делать сборку еще одну, ну просто твою, вот вторую версию. Не вторую версию сборки этой, ну, с измененным там просто хадом. А я буду делать, то есть, сборку свою, но с нуля полностью. То есть с обычным сампом. И заменять оружки, и, может быть, даже какой-нибудь ЕНБИшник скачаю, не знаю. Короче, буду все с нуля сборку сделать. Давайте, короче. Доедем к нашему новому бизнесу. Кстати, маркер ухода бизнес. Да, ребят, я купил бизнес, кто не знает, посмотрите. Серия, которая называется... Я не помню, какая серия, вроде, сейчас скажу, вроде 16-я. Вроде, но это не точно, там, типа, я говорил, это вот, ну, типа, она называется самая лучшая серия покупка бизнеса. Бизнес у меня в Лос-Антосе, 24/7, кто играет на этом сервере... Сейчас, погодите. А, туда еду, да? Да, я туда еду. Случится фигня? Я вообще туда поехал, нет? Блэд. Сейчас машину разломаю сразу же. Вот мой бизнес. Кто играет на Destiny Roleplay, приезжайте вот сюда, вот. Бизнес находится вот здесь, вот, недалеко. Ну, в Лос-Антосе. Вот, и кто хочет ходить, короче, ну, все дела. Давайте, зайдем в наш бизнес. Так, вроде машина у меня закрыта, да? Да, машина у меня закрыта, так, заходим. Никто, кстати, на самом деле, мой бизнес пока что не заходил. Давайте посмотрим, сколько. Здесь все по 3500. Думаю, сделать все по 5000, давайте, бизнес. Стойте. Да, сейчас скажу. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. До 9 все за... Так, погодите. Товар номер 1, 5К. Сейчас. Блин, где? Вот установка цен. Товар номер 2 тоже 5К. Товар номер 3 тоже 5К. Ну, короче, сейчас так рядачи будем. Товар номер 4 тоже 5К. Товар номер 5 тоже 5К. Как бы это глупо не звучало. Товар номер... Да, 6, 5К. Товар номер 7, 5К. Ой. Да, все. Товар номер 8, 5К. И товар номер 9, 5К. Все отлично. 5К. Кстати, сколько у меня сейчас на данный момент? Тут все по 5К, да, шашлык все это, ну, дешево. Так, давайте купим сигареты к себе. Погодите, мне кто звонил. Так, ладно, неважно. Давайте сейчас поменяем сок цен. Стой, какой товар там сигареты? Перед зажигалкой. То есть перед. То есть. Рату. То есть мы. Так, ладно, пауза. А, нет, не пауза. Нет. Мне прозвонят. Поделимся. Господи, что я делаю? Совка цен, товар номер. Сейчас. 8. 1.
Я сигареты. У вас уже есть пачка сигарет. Ладно. Теперь снова делаем товар номер. Так, ребят, все, продолжаю. К нам уже первый попалец зашел. У нас что-то купили, а что у нас купили? Короче, я за один. Ой, сигареты, блин. Пять. Касса. Ух, нихера себе! А чё так до хрена денег на кассе-то? Зайдём в офис бизнеса. А, кстати, в офисе бизнеса не был. Вот это да! Вот это да! Вот это... Это нон-РП, конечно, но все равно, ребята, посмотрите, какой здесь вид. Нон-РП в каком-то случае, но все равно. Нон-РП допустимо на сервере этом. Вы посмотрите, какой здесь офис бизнеса прекрасный. Посмотрите, какой вид просто. Вон мэрия. Кстати, давайте, ребят, сейчас ездим в мэрию. Я ни разу не был в мэрии. Так. Ну все, давайте сейчас покурим. Так, смоук. Покурим сейчас, короче, потом поедем к... Охренел, что просто так меня бить. Цена за вход, может, я, наверное, сейчас изменю цену за вход, косарь поставлю. Бузины. А, только 500 на максимум. Ну, хорошо. Статистика бизнеса. Так, государственная цена, бюджет бизнеса, прибыль бизнеса. Прибыль бизнеса 30 000. Так. Б, тебе тоже. Мэрия, мэрия, мэрия. А почему? Ярну, мэрии нету? Ладно, дайте-то... Ой. Банк, Лос-Анс, да, поедем к банку. Там с банком уже рядом мэрия, мэрия. Там по 5 капусь у нас все будет, все товары. Зато прибыль больше будет из бизнеса. Потому что я бизнес этот покупал, между прочим, не за маленькие деньги. Я его за 25 лямов в этот бизнес покупал, о чем. Потом, кстати, съездим скоро в КНР, потому что мне надо подняться, потому что у меня вообще денег что-то нет. У меня 38 лямов, у меня 28 лямов на руках. На счету банковского счета 10 лямов. Так. Я метку-то уберу. Таким вот образом. Янбишник вообще есть или нет, я не вижу просто. Да, вход в мэрию есть, я вижу. Ой, все. Так, давайте пойдем в мэрию, зайдем.
Получение паспорт, пройдите в кабинет. А зачем мне паспорт? Давайте я паспорт возьму. Лила, ты чё? Чуть крутится. Вы не стоите в мэрии города Лос-Анс. А чё за переодевка? Это тоже для мэрии? Вы не работаете в мэрии, да, это похоже тоже для мэрии. Я получить паспорт. Ой, лаги жесткие. Так, ладно. Это нам не особо надо. Информация о семьях. Устройство на работу. Опа-на. Давайте посмотрим. Механик, разводчик, сырья. Нам это не нужно. Если честно, то, что деньги у нас есть. Так, не понял. Зарплата 1000, продажа бизнеса 35%. Прайс такси $15, 1 километр. Понятно. Ладно, я думаю, на этом можно серию закончить. Когда она понравилась, подписывайтесь, комментируйте, лайки. С вами был я, Денис КТ. До новых встреч. Всем удачи, всем пока.